Новости. Я вообще, не хотел, но пришлось, потому что разработчик, он что-то разродился в последнее время, и обновление с обновлением. Вот такие в селе у нас новостя. Теперь энергоносители появились. То есть, чтобы фонарик там заработал, или там это самое... радио, да. Надо в магазине купить батарейки. В радио надо 10 штук вставлять. Фонарик 4. А в коробочке-то всего 4 штуки. Разоришься. Но потом в домах свет, значит, без пробок теперь, не включится, понимаете? Понятно, да, пробки выбило. Идешь в магаз. Новый покупаешь, вставляешь туда, закручиваешь. Токма проблема она есть, что багованное это все дело. Там, можно 4 пробки вставить вроде как в одну. И то ли это работает, то ли не работает. Бардак. А, оно еще что? Вода-то не работает без света. Там насос. Потом на дыс просрамшийся я, потому что сосису съел, а она в холодильнике не лежала. Вот, в общем, продукты теперь будут без холодильника портиться. До разраба, дошло, как до утки на 10-е сутки, что надо холодильник сделать рабочим. Там много чего портит, ой, ёкалмен. И сосиски, и молоко, и еще какая-то дичь, и лосиное мясо. Дальше у племянника предки-то на бабло разжились, и, значит, картинами, живописью стену украсили, на книги разорились, да? А у самих горшочек-то грязный. Стало быть, культура, интеллигенция. Даже чучело бабули поставили на сервант. Память. Еще вот новость. Кореш мой недавно с тюрьмы откинулся, говорит, в камере телек поставили. Ночью хорошо, поле чудес посмотришь, время скоротаешь, быстрее уснешь. Я это все. В общем, не хворайте.